сожги ее! Ты моя! Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали. Высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Thank you.
Только бы эта вышка заработала.
Она моя! Так, соберись. Ты справишься. Умрёт. Вперед.
должна усиливать сигнал передатчика. Есть. Теперь найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй! Мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. Нас выбросило на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Ну же, давай, давай. Мэйдэй, 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 это Лара Крофт Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже и не надеялись. Мы тоже. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Так, нужен сигнал. Чтобы такое поджечь. Я справлюсь. Топливные баки. А, это нужно как-то поджечь.
пилот. Мне нужно к нему. Рядом. Возвращайся ко мне. Да. Уже иду. Наверх.
чтобы зацепиться. Я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Эй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. А, Джессоп. Прием, прием, вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении, мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва — это твой выбор. Потеря — это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Вроде чисто. Если не будет, ты никого не найдешь. Ты прав, но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. А, я так и сделаю. Убийство. А? Кто-нибудь на связи? Рот! Я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Уитмена? Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Сигнал.
Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Ладно, идем. А что ты первое сделаешь, если мы отсюда смотаемся? Нормально пожру. Черт. Это да. А что пожрешь? Гамбургер. Картошку. Их. Мне нужна помощь! Туда добраться. Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасный лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Thank you.
Эти развалины еще до курганного периода. Паломничество. Императрица Пимика? Много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Это они! Они миллионы! Чемодзуры я отберу!
Надеюсь, не совсем заржавело. Они ищут меня. Ненавижу гробницы. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Взять ее! Да.
выживать. Берегись, она здесь. Эй, женщина, не стреляй. Давай дружить. За это вторжение хранители всех убьют. Кто такие хранители? Что им нужно? Отдай ее. Убью. Держись!